Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана, и здесь мы обсуждаем парфюмерию. Я очень рада вас всех видеть. Спасибо, что зашли на мой канал сегодня. Надеюсь, что у вас все хорошо. И сегодня очень запрашиваемая, долгожданная тема, посвященная Квентину Бишу. Поговорим мы сегодня об этом гениальном парфюмере. Я не раз говорила, что он мне очень-очень нравится, что я как будто иду по его следам. Не всегда я знаю, что это его парфюм. Когда я выбирала раньше, не всегда обращала внимание на парфюмера. И сейчас, конечно, я уже больше обращаю внимание на парфюмеров, и сейчас я уже знаю, если парфюм создан Квентином Бишем, скорее всего, он мне понравится. Квентин Биш – безусловный гений, безусловный талант. Он всегда был необычным ребенком. Родился он в Страсбурге, как, наверное, многие из вас знают. Много передач было посвящено ему, поэтому, скорее всего, вы видели. И в 5 лет он уехал из прекрасного альзасского города со смешением культур. Вы знаете, что там Франция, Германия всегда воевали за эти территории. Альзас, Лотарингия постоянно переходили от Германии к Франции, от Франции к Германии. И Альзас – это просто город с открытки, с этими белыми домами, с темными древесными перекладинами. Очень уютный город с каналами. Там очень своеобразная кухня, красивейшие пейзажи. И можно себе представить, что в таких местах рождаются такие талантливые дети. Благоприятная, так скажем, почва для таланта. Вот наш Квентин Биш там родился в 83-м году. Ему только 40 лет исполнилось в этом году. И в 5 лет он уехал оттуда в Лондон. Всего на 2 года, потому что у его отца была работа. И Лондон он вспоминает по запахам. Он вспоминает огурцы на ланч в школе. Он вспоминает запах гудрона на улицах и на детских площадках. И, конечно, он вспоминает парфюмы своих родителей. Есть такая легенда, что его мама, когда поехала в роддом, взяла с собой Шалимар. И отец любил Герлен, Абигуж, Ветивер, вот такую классику. Позже мама начала пользоваться и Лулу, Диор Дюн, тоже такими классическими парфюмами. И, конечно, он это все запоминал, впитывал. И такая история достаточно популярная, что он у своей учительницы по французскому языку как-то спросил, какой у нее парфюм, что она восприняла враждебно, ей показался этот вопрос бестактным, и она не ответила ему на этот вопрос, после чего он пошел в магазин и перенюхал все, и он понял, что это чудесный, божественный парфюм «Опиум» от Ив Сен-Лоран. С тех пор они начали больше общаться с этой учительницей, и она меняла парфюмы, он их узнавал, ну и, в общем-то, в то время он задался вопросом, а что, если я стану тем человеком, который изобретает парфюмы? 8 лет он сам решил обучиться игре на фортепиано, он попросил родителей отвезти его в школу. И в 10 лет он сам принял решение оставить эту школу, потому что он выучил все, что необходимо. И он начал уже сам писать композиции, петь и уже устраивал какие-то шоу на потеху публике, семье и друзьям. Хотел поступать в знаменитую Версальскую парфюмерную школу, где, кстати говоря, учился Франсис Курбджан несколько раньше, но там нужна была аттестация по химии, а с химией он не очень хорошо дружил. Таким образом, он решил подтянуть свои точные науки и начал заниматься химией, математикой. Проучился год в Страсбургском институте. Потом он понял, что это все сложнее, чем он думал, и это все не для него. И он решил оставить химию
И решил поступить там же, в Страсбурге, в художественный институт, где он обучился режиссуре музыкальных спектаклей. Это он очень любил, в этом он был очень талантлив. И там проучился 5 счастливейших лет, получил магистр. После окончания он захотел продолжить обучение все-таки, и он не оставил свою мечту стать парфюмером. Он решил зайти со стороны частных школ. Начал он свой путь в парфюмерии с Роберт Т. Это такая школа, частная школа парфюмерии Роберт Т. Дальше он работал ассистентом парфюмера, и он слышал уже о школе при концерне Живодан и подавал туда документы, ждал ответа, пока он работал в Роберте. И в 2010 году вышел его первый парфюм, я размещу фотографию здесь. Он работал под именем своей коллеги, параллельно он подал документы в Живодан, и только надо было защищать этот парфюм, и ему звонят из Живодан и предлагают место. И он с такой радостью и счастьем окунается по уши в мир парфюмерии. А в Живодане он работает до сих пор, и вы знаете, что он стал безумно успешным парфюмером и творит такие чудесные, гениальные парфюмерные творения, которыми мы восхищаемся и которые мы с удовольствием обоняем и делимся своими впечатлениями. Одним из первых брендов, с которыми он работал, был Etat Libre d'Orange, Eldo. И первый его парфюм стал La Fin du Monde, конец света. Очень знаковый первый парфюм. И что интересно, что этот парфюм был написан по фильму об апокалипсисе. И, соответственно, сама идея, то, что это фильм, то, что это апокалипсис, у Квентина возникла идея, что это должно быть взрывающееся зерно. Соответственно, в центре этого парфюма стал попкорн. Там есть и нота пороха, и другие интересные ноты. К сожалению, вот я с ними знакома и не нашла у себя пробника. Но, тем не менее, об этом парфюме много говорят, поэтому я затрагиваю его. Он считается официальным первым парфюмом Квентина Бишо, потому что тот другой был создан под именем его коллеги. И впоследствии он также продолжит работать с Эльдо. И в 2014 он сотворил свой первый шедевр, который перевернул мир женской парфюмерии и создал целое направление парфюмов для женщин — Fleur Narcotique. У меня до сих пор от Levant, вы знаете, что я борюсь с желанием его купить, но не могу его купить, потому что он на мне не стойкий. Fleur Narcotique — это, конечно, классика сейчас женской парфюмерии, это безумно женственный парфюм, нежный, это практически запах кожи, он узнаваемый своей красотой, легкостью, элегантностью. Кстати говоря, по структуре он шипр. Это создает такое очень элегантное парижское звучание. В этом была задумка автора — сделать его таким еле заметным, тонким, с парижским шиком. Здесь он использует молекулу петали, и это смешанный аромат розы и пиона. Здесь также есть акиголову, также запатентованная молекула в концерне Живодан. Есть личий персик, которые как будто смешиваются с розой и пионом. Здесь есть цветок апельсина, здесь есть жасмин. И в базе есть дубовый мох, есть мускус, безусловно, и древесные ноты. Как я сказала, по структуре это шипр. И мускус делает
этот парфюм очень телесным. Вот это очень телесный парфюм, очень сексуальный, женственный, нежный, красивейший парфюм, как я сказала, это послужило началом целой плеяды женских парфюмов в этом направлении, цветочном, мускусном направлении, очень телесное направление. Секс Нихило, он также продолжил работать, и в 2015 году он создает Venom Kiss, это отравленный поцелуй, безумно красивый, элегантный, это уже амбровый аромат, здесь есть роза, амбра, шафран, он уже более сладкий, более тягучий, с хорошей стойкостью. Здесь есть и мускатный орех, и нероли, ваниль, сандал и стиракс. Очень красивый, я бы сказала, осенне-зимний аромат, согревающий, теплый, тягучий, очень элегантный и женственный. Что объединяет все парфюмы от Квентина Биша, это безусловная элегантность, женственность и утонченность. Потрясающий аромат, это один из самых любимейших. Я о нем даже говорила в своем видео, какие 5 ароматов я бы оставила из всей коллекции. Настолько он мне нравится, я его просто очень люблю. И в 2015 году он создает еще один аромат для Эльдо, Herman à mes côtés. Me paraissait une ombre. Герман рядом со мной мне казался тенью. В общем-то, это пачулево розовый аромат, но здесь все не так просто. Здесь использованы передовые технологии, новые молекулы. Здесь добавлена молекула Пеппервуд. Калипсона. Вы помните калипсон? Нота, напоминающая морскую воду и в то же время арбуза. В базе здесь пачули с ветивером, делая это как будто бы не шипром. И он действительно похож на Perle de Lalique, но уже, конечно, более модернизированное звучание, зная Эльдо, конечно, они очень инновационные, они любят инновации, они любят провокацию, они открыты к использованию новых материалов, новых концепций. И, в общем-то, это дает очень большое пространство для творчества, для парфюмеров. Неудивительно, что Квентин Биш с такой радостью начал с ними работать. Переходим к 2016 году. Он создает также для Эльдо Attaque le Soleil Marquise de Sade. Очень своеобразный, вы знаете, Маркиза де Сада. Популярный персонаж. Здесь заявлен только лабдан. Монопарфюм. Его сравнивают с амбровыми ароматами, здесь можно услышать и пачули, и кожу, и какие-то вечно зеленые ноты, чувствую дымность вот этого лабданума. Ну, в общем-то, кто что чувствует, есть какая-то солоноватость, но вообще это чистый лабданум. Такой темный аромат, потому что все-таки Маркиз де Сад неординарная личность, так скажем, имеющий свои темные стороны, о которых мы только догадываться можем. Поэтому, скорее всего, чтобы выразить его характер, был выбран вот именно этот ингредиент. Я его купила только ради эксперимента, потому что мне было очень интересно попробовать, что это такое и как же может пахнуть Маркиз де Сад. Вот такой интересный эксперимент.
А и в 2016 году выходит еще одно легендарное творение Квентина Биша, которое мы все любим. И это стало только началом всей той плеяды туфель, которую мы сейчас наблюдаем. Каждый год, даже год по несколько, выходит новых туфель. И каждая из них представляет собой большой интерес для нас, парфлюбителей. Но вот все началось с этой темной стилетто. А что здесь интересно? Здесь он работал не один, он работал в паре с Луизой Тернер. Прекрасный опытный парфюмер, у нее много прекрасных работ. И что здесь интересно, здесь тубероза противопоставлена кофе вместе с какао, бобами тонко, пралине. Вроде как здесь много цветочности, здесь и цветок апельсина, и роза, тубероза, жасмин, самбак. И в то же время это все противопоставлено гурманским темным нотам. Здесь кофе, какао, ваниль, бобы тонко, здесь есть миндаль, пралине и корица, и все это сандал делает таким мягким. Интересный аромат, мне лично он очень нравится, он очень праздничный, очень плотный, очень стойкий, женственный. Достаточно сладкий для праздников и хорошо носится зимой, то есть выдерживает вот температуру и прекрасно звучит. Мне он очень нравится, и для меня это, конечно, знаковый парфюм. Я его подбирала для Барби, потому что Барби выбрала бы такой парфюм, на мой взгляд. Во-первых, сама форма такая провокационная, инновационная. Ну и идея противопоставить свет и тьму тоже так интересно получилось. Опять эксперимент. Наш Квентин любит экспериментировать. Переходим с вами к 2017 году. И в 2017 году выходит Делина. Вы знаете, что это роза с ладаном, личи с ревнем, они вот дают и кислинку, сластинку, они дают сочность этой розе, они вот как будто своей розоватостью насыщают эту розу, и ладан ее как-то охлаждает или контрастирует с ней. Здесь тоже есть петалия, излюбленная нота Квентина, там смешанная нота розы с пионом, здесь есть и пион. И мускус, кашмиран делают этот аромат телесным. Здесь есть ваниль, я сказала, кедр, ветивер. Он очень женственный, безумно женственный, сочный, яркий. Неудивительно, что мы все так его любим. Он действительно красивый, и вот он у меня ассоциируется с зимними праздниками. Я уверена, что он и летом звучит прекрасно. Насыщенный, яркий, женственный, ну что говорить. И в 2018 году выходит Делина эксклюзив. Здесь уже к этой ладанной розе с личи и ревнем добавили уд. Это стала более темная, более томная роза. Она уже чуть постарше. Старше, я бы сказала, чуть поярче, красивейший аромат, он у меня есть пока в Атлеванте. Ну и в 2021 выходит Делина La Rose, и здесь добавлены акватические ноты, здесь по-прежнему здесь есть роза пион, здесь личи, груша и вот водные ноты, то есть она стала акватической. Также остались мускус, ветивер и древесные ноты.
Эта Аделина меньше всего похожа на оригинал. Она более свежая, естественно, акватическая, более акварельная, менее, так скажем, вот пластиковая, если так можно выразиться. Ну и больше подходит, наверное, на лето, поэтому я себе его приобрела в свой южный климат. И в 2018 году выходит несколько других ароматов. Значит, как я сказала, Делина эксклюзив в 2018. И выходит еще один аромат от Paco Rabanne Pure XS. Тогда Квентин приехал с отдыха, с островов. И он загорелся илангом. Он так хотел поработать с илангом, что он вылил всю свою страсть к этому цветку в этот аромат. И также здесь есть нота попкорна. Он, как и многие ароматы в Paco Rabanne, гурманский, очень сладкий. И самые яркие ноты здесь иланг и попкорн. Чтобы сделать его таким островным, да, здесь также есть кокос, здесь также есть персик, амбретта и мускус для добавления чувственности. И вот он такой сладкий, чувственный, девчачий. Очень интересный аромат, который, кстати говоря, можно носить сейчас, в холода, на все праздники, потому что эта сладость как нельзя, кстати, будет поднимать вам настроение. Аромат 2018 года. И, как я сказала, в 2018 году выходит еще один очень важный аромат для нас, парфюмлюбителей. Это Dessert Suave от Lélique d'Imaginaire. Тоже такой бренд, который любит рисовать картины, как и Квентин Биш, как и Эльдо. Не инновационный и провокационный, но тем не менее они тоже художники. И Dessert Suave — нежная пустыня. Вы помните, что я питаю слабость к пустыням. Здесь, конечно, очень специевые сладкие финики, здесь есть семена кунжута, здесь есть цветок апельсина, кедр и роза. И как это все красиво напоминает пустыню. Вот удивительно, что финики, конечно, финики очень ассоциируется вот с такими восточными странами, потому что это традиционный десерт, плюс кардамон, да, вот эта специевость и роза, и это все создает действительно такой образ пустыни. И его тоже сейчас можно носить, он такой сладкий, тягучий, женственный, обволакивающий, ну, потрясающий аромат. И в 2018 же году выходит первая классическая намада. Тоже, да, отсылка вот к путешествиям. Намад – это странник, да. Клоэ. Клоэ – такой красивый, элегантный бренд. Соотносится с тихой роскошью, с old money style. И вот, конечно, Квентин Биш уловил этот вайб элегантности, женственности, и он создал такой прекрасный фруктовый шипр со сливой Мирабель. Он безумно женственный. Это ода женственности, красоте, элегантности. Так же, как и Флёна Кутик, конечно, чуть-чуть разные, да, но все равно это шипры, это элегантность, женственность, красота, утонченность. Я обожаю этот аромат и очень люблю все его фланкеры. С тех пор вышло неимоверное количество фланкеров, уже, наверное, 6 или 7, если я не ошибаюсь.
И, как я сказала, сверху здесь открывается слива и мирабель с цитрусами, как во всех шипрах. И в сердце здесь есть и фрезия, и жасмин с розой, тоже как в шипрах, да, и персик. Персик здесь вот как-то переливается со сливой, вот отдельно персика я не слышу. И в базе, как во всех шипрах, есть мох, есть пачули, амбервуд, мускус и сандал. Красивый, лаконичный, элегантный, вневременной, на любое время, на любой сезон. Просто очень элегантно и женственно. И в 19 году у нас появляется очередной аромат от Эльдо. Это Экспериментум Русис. Ньютон, прости, прости нас за то, что мы не вдохновлялись твоим Экспериментум Русис. Твоя теория изменила наше видение мира. Мы пытались создать парфюм, который бы изменил мир, достигая наиболее глубокого понимания взаимоотношений между вещами в мире. Несмотря на такую инновационную записку, так скажем, техническое задание изменить мир, он достаточно понятный. Аромат здесь пачули, роза опять. И что-то здесь скругляется. Вот я думаю, медом, мускусом. То есть это роза с пачули. Роза сливается с яблоком и личи. Вот чтобы она такая подсвеченная была. И все это как-то вот обволакивается медом с мускусом. Очень приятный аромат, я себе вслепую заказала флакон, поэтому жду, не дождусь. Второй аромат 19 года стал Ганимед. В 19 году вышел наш любимый Ганимед, который изменил мир. Ганимед — это древнеримский бог красоты и юности. Это был молодой юноша, и сейчас Ганимед является одним из спутников Сатурна. И вы видите, что он мне очень нравится. Это минеральный аромат, он очень инновационный, он очень свежий, он очень минеральный. А здесь есть нота замши, и также здесь есть бессмертник и османтус. И минеральные ноты. Что интересно, что он, его восприятие меняется от человека к человеку. Какие только отзывы я о нем не слышала, что и классическим каким-то парфюмом пахнет, что пахнет какими-то цветами. Некоторые слышат только минеральность. В общем-то, он и в холод, и в жару, и в открытых пространствах. Он шлейфовый, но никого не душит. Он очень приятный в носке, очень не секс, красивый до невероятности. Освежает, он интересный, его хочется изучать, он необычный. Вот очень классный парфюм, я не знаю, где вы живете, может быть, он слишком популярный, я знаю, что это очень популярный парфюм в Москве, но это и показывает его достоинство, что каждый в нем находит что-то свое. И в 2020 году выходит фланкер нашей Chloé Nomade, это Абсолю. Здесь оставляется только основная нота сливы Мирабель. Дальше идет Давана с самхом. И дальше сандал и мускус. Вот и все. Становится более насыщенным. Вот даже цвет более насыщенный. Я считаю, что он больше на осень, на зиму. Хотя и классическая версия красивая. Но здесь вот именно две ноты, мох и мирабель, высвечены.
Он поострее. Вот. Очень мне нравится. Классно. Вот почему-то приходит картинка с твидовым пиджаком. Ну, нравится он мне безумно. Также в 2020 году выходит знаковый парфюм Bois Imperial, где все вокруг акиголовуда. Акиголовуд — это фракция молекулы пачули. И акиголовуд может иметь древесную ноту, и она меняется. Здесь высвечены несколько таких нюансов акиголовуда, и они варьируются от пачули до древесности. Вот такой Bois Imperial, тоже имперский лес. Взорвал рынок, был очень популярным, красивый аромат. Если бы у меня не было другого парфюма от него же, я бы его носила. Попозже об этом скажу. Итак, Bois Imperial, имперский лес от Essential Parfum. В 2020 году выходит Angel Nova от Mugler. Кстати говоря, еще в начале своей карьеры Квентин Биш работал уже с Mugler, с Оливье Креспом, где они работали вместе над созданием Angel Muse. Angel Muse произвел фурор за счет своей лактонной ореховой ноты. И это, конечно, сделало тот парфюм хитом, самым лучшим фланкером Ангела до сих пор. К сожалению, его сняли, его очень тяжело найти. Ну вот, Ангел Нова выходит в 2020 году. Это потрясающий аромат, который, несмотря на свою ягодность, яркость, он имеет очень красивую базу, которая звучит дорого. Вот здесь очень красивая база, за счет этого он не скатывается в какой-то там неинтересный парфюм. Он хранит вот свой колорит и эту базу до конца, на протяжении нескольких часов ношения. Красивый, жизнерадостный ягодный парфюм. Здесь есть личи роза, здесь также есть малина, это все воедино соединяется. И в базе акиголовуд и бензоин. Лаконичная такая пирамида, но как он ярко звучит, вот как эта звездочка, вот на елку как раз. Очень новогодний аромат. И можно детские праздники носить, можно новогоднюю вечеринку, вот на корпоративы. Очень красивый аромат, не даст вам остаться незамеченным. В 2021 году я как раз уже сказала, что Делина Ля Розе выходит. И выходит Radiant Mirage от Estée Lauder. У них есть серия 8 чудес света, кажется. И вот сияющий мираж. Здесь очень лаконичные пирамиды у всех парфюмов. Очень мне понравился. Здесь пачули, конечно. Пачули, жасмин и сандал. И очень женственный аромат. Женственный, нежный, легкий, прозрачный. Опять вот есть элегантность такая неуловимая. Опять вот есть какой-то стиль old money, тихой роскоши. Вот как намады, флёр, наркотики. Вот эта женственность, элегантность присущи многим ароматам Квентина Биша. Если вы знаете, вы согласитесь. Пачули здесь такие мягкие, зеленые, они как будто вельветовые, уютные, как шарф. Вот тоже с твидовым пиджаком, с пальто классно будет. Очень нравится мне пачули, вы знаете. Ну и это очень элегантный. Вообще люблю бренд Estée Lauder тоже. Это как и Chloé, так и Estée Lauder. Это вот такой стиль тихой роскоши. Не громкий аромат, но дающий о себе знать. Еще надо сказать пару слов о работе Квентина Биша с Жан-Поль Готье. В 2019 году он создал Любо. Это
eau de toilette. Здесь бергамот, кокос, сандал. Очень лаконичная пирамида, но как он классно выглядит. Это все использовала я сама. Мне очень нравятся освежающие ноты. Здесь сандал очень освежающий, и кокос. И многие девчонки любят Le Parfum, потому что там сверху ананас. Здесь бергамот, но как же он классно звучит. На лето, вот прямо перед бассейном, я обливалась, лежала с книжкой. Просто кайф. Ну и посмотрите, конечно, на эти прекрасные, прекрасные флаконы. Очень мне нравится. И новинка 2023 года. Это наша Divine, наша богиня. Это такой мадонновский корсет, введенный Жан-Поль Готье. Это, конечно, кайф. Здесь белые цветы, здесь есть нота калипсона, моря и арбуза. И здесь есть нота меренги. Посмотрите, это все сама я использовала. Это делает этот аромат очень легким, прозрачным, телесным, приятным. Он очень близко сидит, хотя мне говорили, что он шлейфовый. Но вот смотрите по себе, я не видела на нем большой стойкости, но это не уменьшает его красоты. Он потрясающий, вот как флакон, так и содержимое. В 2022 году выпускается аромат Liquid Gold от Liquid de Maisonneuve. Я успела взять от Levant. Сейчас этот аромат стоит по каким-то бешеным ценам, потому что это была лимитка. И здесь идет намек на карту из Таро. В Таро звезда обозначена женщиной, которая переливает жидкость, воду жизни из серебряного кувшина в золотой кувшин. Серебряный кувшин представляет собой материальный мир, а золотой – духовный. Солнце управляет золотом, самый драгоценный металл из всех. И золото символизирует совершенство, цель, которую надо достигнуть, образ новой жизни. Вот это образ новой жизни. И здесь совершенно потрясающее звучание, здесь очень много цветов, здесь и жасмин, и цветок апельсина, это все с шафраном. Здесь есть солнечные ноты, потому что солнце и золото, ваниль, амброксан, пачули, мускус. Вот я говорила, что мне кажется, кожа — это шафран, то есть здесь очень чувствуются белые, боюсь много распрыскивать. Это белые цветы, здесь есть солнце определенно, какая-то есть молочность, не знаю чего, да. Вот шафран дает какую-то кожаную ноту, даже телесность, и ваниль, и пачули, пачули чувствуется. Очень красивый аромат, к сожалению, только от Levant. Но вот мне повезло, у меня целый от Levant. И еще в 2023 году выходит Валая от Parfum de Marly. Это очень похожий парфюм на Fleur Narcotique. Здесь, конечно, ноты отличаются. По стойкости он гораздо лучше, но это тоже мускус. И Квентин Биш, когда говорит об этом парфюме, он сказал, что мне сказали, это будет прозрачный белый флакон. И у него сразу возникла идея кожи. А если кожа, то это мускус, должен быть такой телесный парфюм. Соответственно, это цветочно-мускусный парфюм. Очень женственный, красивый, элегантный. Открывается здесь все с альдегидов, персика и цитрусов, и дальше петалия, также любимая Квентина Биша. Здесь также есть ландыш, который не режет нос, цветок апельсина, нимфил какой-то компонент,
мускус, самбраксан, ваниль и акиголовуд. Держится намного дольше, чем афлёнок кутик. По звучанию они очень схожи. Цветочно-мускусный, очень элегантный, очень красивый. Вот такой аромат. Я его обожаю. Для меня это очень чувственный парфюм, телесный, очень женственный. Для меня этот парфюм как движение из точки А в точке Б. Что ведет спутника из точки А в точку Б, это воздушный ладан, который указывает дорогу. Спутник проходит через божественный сад, полный османтуса, розы, грушевых деревьев и других фруктов. Также там встречаются лесные орехи. Это путеводная нить, которая указывает нам путь. Это гайденс. Это потрясающий аромат. Он действительно полон чудесных цветов османтуса с его абрикосовостью, кожаностью. А здесь также есть роза, здесь есть ладан, который ведет нас из точки А в точку Б, чтобы найти и освободить эту прекрасную принцессу из башни. И в базе есть серая амбра, которая напоминает нам о присутствии моря вокруг. Это безумно красивый аромат. Он безумно диффузный, женственный и просто прекрасный. О Квентине Бише, конечно, говорят его творения и то, как он работает над их созданием. Не может не поразить, как он работал над созданием парфюма из той же коллекции Муаш Одиссеи. Парфюм называется Purpose. И здесь это олицетворение дерева, которое растет в пустыне, которая черпает свою силу из земли своими корнями и идет в небо. Этот аромат соединяет почву под ногами, корни и небо над головой и показывает ту силу, которую имеет дерево, чтобы расти в таких неблагоприятных условиях, посреди пустыни, где нет ничего, только сила жить и сила воли. Здесь используется особый вид ветивера, который произрастает в песке. Это дает этому аромату определенную минеральность. Этот аромат очень минеральный. На коже он становится мягче и очень хорошо звучит как на женщинах, так и на мужчинах. Я его тоже разнашивала. Этот аромат очень мягкий, очень светлый, и в то же время здесь есть сила. Очень прекрасный аромат, purpose, назначение. Так звучит этот аромат о жизни. Еще одним автографом Квентина Биши является аромат Encelad. Encelad является спутником Сатурна, его естественным спутником Enceladus. Это сын мифологических героев Гая и Урануса, который погиб от руки воинственной Афены. Согласно легенде, его дыхание до сих пор пробивается сквозь извержение вулкана Этна. Это потрясающий аромат, который сочетает мягкость и силу. Здесь есть свежесть и голубизна того спутника, который находится на орбите Сатурна. И также здесь представлена эта мощь, это горячее дыхание вулкана Этна, которое является этим дыханием этого побежденного гиганта. Здесь вы услышите потрясающий сандал с бобами тонко. Здесь есть анималистические ноты, ноты кожи. Потрясающий аромат, который неразделим на компоненты, настолько он органичен,
он становится телесным, он завораживает, вы его постоянно изучаете, и, конечно, он очень шлейфовый, подобно тому, как кометы оставляют свой след на небе. Так, ну на этом у меня все. Спасибо большое за запрос. Сделал такое видео Квентине Бише. Я с удовольствием изучила его биографию, еще буду искать, не так много про него написано. С удовольствием буду слушать факты в жизни от вас, если они у вас имеются. Ну а так у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите, какие ароматы из этих знаете вы, какие еще ароматы от Квентина Биша вы любите, знаете, с какими знакомы. Ну на этом у меня все. Всем пока.